друзья и уважаемые гости! Сегодня поддержать Виталия Смоленца и всех цирковых артистов, задействованных в нашей программе, приехали заслуженная артистка России Оксана Сташенко. Это же очень близко, и никакой грипп нам не помешает встретиться и поддержать великого духом человека, талантливейшего артиста, нашего коллегу, доказавшего всем и каждому в отдельности, что если ваш дух полон сил, если вы жаждете этой потрясающей жизни со всеми ее эмоциями, радостями, иногда и печалями. И если вы готовы преодолеть всякие трудности, то ваши друзья приедут со всех концов страны, поддержат вас и научатся у самого Виталия этой силы духа, этому героизму. Виталий, здоровья, счастья, побед всегда во всем. Я всегда с тобой. И Мухтар, конечно. Известный российский актер театра и кино Сергей Борисов. Я приехал поддержать Виталия, знаю его, о его случае, произошедшем. С такими людьми наш мир будет лучше, краше. Благодаря ему были спасены несколько жизней. Хочу поздравить его с премьерой, то, что он нашел себе силы подняться, так сказать, на сегодняшние его ноги. Не подросла в его душе та искорка, любовь своему телу. И если таких людей будет в нашем мире больше, мы будем жить лучше, мы будем сильнее всех. Счастья ему, кавказского долголетия и море любви, как семейной, так и вашей зрительской. Многократный чемпион Паралимпийских игр по биатлону Владимир Киселев. Здравствуйте все. Виталик, дорогой, я счастлив, что я знаком с тобой лично. Я поражаюсь твоему мужеству. Я видел, как ты на моих глазах в короткие сроки встал крепко на ноги. Виталий, я тебя люблю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Призер чемпионата мира и чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу Дмитрий Востриков. Виталий, я, конечно, тебя лично не знаю, но сегодня, пока ехал, я читал. И на самом деле был в восторге о том, что ты сделал, да? Вытащил человека из машины, помог второму, вот, ну, как бы судьба распорядилась так, что эта команда, не будем потом, да, вот, я, конечно, смотрю, что... Работать, не сдался, да, то есть ты реально показываешь силу духа свою, да, то есть,
Это реально пример для молодежи, вот, так как я сам являюсь, да, стараюсь что-то показать, да, я также, значит, как, например, там, с разорванным коленом боролся на одной ноге, вот, поэтому, как бы, молодец, да, вообще, я теперь ему враги, давай, долго тебе здоровья, да, автостоп, то есть, вот, спасибо. Чемпион России, российский боксер первой тяжелой весовой категории Андрей Князев. Добрый день. Недавно мало друзей пролетали, был восхищен его мужеством, поступком, и сразу же пришел его поддержать. Желаю ему здоровья, не останавливаться до тех сил. Он своим примером показывает силу воли и мужества. Спасибо. Удачи, Виталий. Абсолютный чемпион СССР. Первый призер Кубка мира по боксу в тяжелом весе. Чемпион. Валерий Абаджан. Друзья. В мире много случаев, когда мы идем навстречу друг другу, идем на помощь. Есть такой Саваш Карапетян, подводник спортсмен, когда-то в 70-й год он спас 17 человек из тонущего троллейбуса в Ереване. И о нем помнят до сих пор. Ну, Виталий пример мужества, самоотверженности. И вот в боксе есть такое выражение. Падая и вставая, мы растем. Вот я желаю, чтобы все мы росли, были вместе, рядом, понимали, что друг без друга нам не жить. Давайте жить счастливо и с уважением друг к другу. Счастливо. Актриса кино и театра на Таганке. Маргарита Рацик. Мы с вами сегодня собрались здесь, чтобы увидеть обыкновенное чудо, обыкновенный подвиг русского человека и русского артиста. Потому что для нас подвиг – это нормально. От всего коллектива театра на Таганке и театрального института имени Щукина, от всех моих студентов, которые в абсолютном восхищении слушали вот такими глазами историю Виталия, я вам передаю низкий поклон вашему мужеству, вашей любви к жизни, профессии, вашему примеру. Низкий поклон любви, счастья и бесконечного творчества. Ура, Виталий! Многие хотели приехать, но не все смогли. И записали видеообращение, часть из которых мы хотим вам показать. Вадим Горлоев, генеральный директор Росгосцирка. Дорогой Виталий, я поздравляю тебя с началом. Я поздравляю тебя с премьеры большого, настоящего циркового спектакля. Я от всей души желаю тебе успеха и аншлага. Пацан сказал, пацан сделал. Ты обещал вернуться, ты вернулся. Тебя я поздравляю, а всех зрителей приглашаю в наш цирк смотреть замечательное шоу с участием Виталия Смельницкого. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгар Запашный. Здравствуйте всем, друзья мои, воронежцы. Меня зовут Эдгар Запашный. Я сейчас нахожусь в Германии, хотя, честно говоря, хотел бы сегодня находиться в вашем городе, потому что сегодня состоится премьера моего друга, моего коллеги Виталия Смельница. Человек, который прославился своим героическим поступком и, несмотря на свою серьезную травму, смог продолжить работать с животными. Поверьте, что он великолепный дрессировщик, прекрасный человек, и то шоу, которое
он принес к вам в город, оно по-настоящему достойно вашего внимания. Так что не постесняйтесь потратить свое время, свои деньги, придите, посмотрите на этого великолепного человека, великолепного Алексеевича. Российский актер театра и кино, телевизионный ведущий, певец Александр Олешко. Здравствуйте, друзья. Я от всей души приветствую всех тех, кто сегодня придет на представление абсолютно уникального, героического, талантливого, удивительного человека. Дорогой Виталий, я восхищаюсь вашими профессиональными человеческими качествами. Я очень желаю вам силы, энергии, радости. Очень благодарю вас за любовь к профессии, цирку, зрителям и за ваше отношение к людям. Дай вам Бог, чтобы ваша творческая жизнь была длинной, насыщенной. Дай вам Бог очень долго слышать аплодисменты зрителей. Дай вам Бог сегодня радости, успеха, всего самого-самого доброго. Ваш Саша Олежка. Артисты цирка. Заслуженные артисты России, братья Шакировы. Виталий, поздравляю тебя с начала в Воронежском цирке. Наконец-то, через все свои перипетии, которые ты прошел в Воронеже, ты вышел на манеж со своими великолепными лицами. И Воронежский цирк, мы поздравляем с тем, что такой замечательный артист сегодня работает в вашем цирке. И мы желаем тебе успеха в своих шоу «Хищник», побольше зрителя, побольше хорошего настроения. И аншлаг, и аншлаг. Да, еще раз. Дрессировщица слонов, народная артистка России Таисия Корнилова. Виталий, поздравляю тебя с начала в Воронежском цирке. Наконец-то, через все свои... Мы поздравляем с наступающей премьерой Виталия Смоленца и программу, которую работает вместе с ним. Это выдающееся вообще представление и замечательный героический человек. Мы его поддерживаем, поддерживаем эту программу, считаем это уникальное явление. И всех воронежских зрителей приглашаем на представление, несмотря ни на что, на погодные условия, на гриппу эпидемию. Я думаю, что это стоит того. Приходите, пожалуйста, в Воронежский цирк. Спасибо, ребята, из ивент-агентства Flash Company, благотворительному фонду по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодости», общественному деятелю и директору этих двух проектов Блонскому Андрею Сергеевичу. А сейчас, дорогие друзья, мы начинаем наше представление.
вас, друзья. Смотрите наше представление. Здесь сила, риск и красота сплелись в единое творение. В нашей программе принимают участие